It's delicious. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка Госдума. Гусанёк, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Привет, йоу. Вышли классные сюжетки, прям встроенные в карту, и одним кликом можно загрузить, и прям появляется целая карта с сюжетной линией. 6 частей мы должны сегодня успеть. Если успеете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Все, пацаны, я вижу, там вентиляцию надо пройти. Так, дайте, нужны бочки вынесу. Ой. Так, бочки с мочой. С топливом убираем. Ну-ка, посмотрим. О, вот, есть. Оно прям видно было, очевидно, что там можно пройти. Так, есть прямо, а есть направо. Давайте направо пойдем. Ребята, если вам нравятся такие рубрики, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, пацаны, здесь можно вниз упасть. Да? Готовьтесь. Так, я возьму сразу арбалет, чтобы никого не ранить. Чпоньк. О, зомби. Привет. Ого, здесь так атмосферно все сделано. Кстати, карта сделана очень большой и при этом вообще не лагает. Оптимизация на высшем уровне. Для Гаррисмода это редкость, чтобы вы понимали. Арбуз. Арбуз. Привет. Так, а здесь куда дальше? А там что? Тут ничего. А тут дверь нельзя открыть? Так, может гранату кинуть? А вот дыра. О, нормально. Так, идем. Так, включим фонарик на всякий случай. Тут опять мусор. Да блин, все везде захламлено. Так, туда не пройти. Вот вниз падаем. Пацаны, готовьтесь. Тут какая-то труба. Так, кто там бутылки бросал? У меня пыль с башмаков идет. Так. А, тут горгулья. Горгулья. Пацаны, осторожно, присосала меня. Так, а куда нам? А, подожди, я понял, надо паркурить по трубе. Так, это надо тоже уничтожить. Мочите ее. А, все уже, наверное? Давайте проверим. Ну, да. Да. Поднимай свои щупальца. Слышишь, ты щупальц неса. О, Госдума уже прошел. Так, уничтожаем тоже этих рыгак. Они уничтожены. Так, мега-паркур. Опа, есть. Осторожно только, пацаны, не споткнитесь. Там эти вонючие штуковины, которые валяются. Упади. Ладно, молодец. А, конечно. Молодец. Так, когда здесь дальше? Блин, прикольно сделано. Прям надо выяснять, куда нам дальше двигаться. Тут вроде может запаркурить надо опять? А, или нет? Нет? А ну вот это вот опять выделяется, ну-ка. Ну естественно. О, ну молодец, понятно. Гусанёк. Так, подсадка, как? Давайте. Давай. Первый так, пошёл. Иду. Давай, второй. Блин, сейчас патроны кончатся, 25 стрел осталось. О, хэдкраб! Привет! Стоял там, что-то делал, какие-то свои дела. Вот эта карта стрёмная, как будто хоррор кого-то проходит. А как это разломать? А ну-ка, кину я туда гранатку. Отходим. Опа, что-то загорелось. О! Ой. О! Калитка не... О, пойдёт. Блин, так темно, идемте посмотрим, что там. Что за переход? Как фильм начинается какой-то. Я вообще не знал, что так можно карты затемнять. Интересно, где там? Прикольно, смотрите, как крыша сделана. Атмосферно. Так, поднимаемся. Ого, здесь свет бьет. Ого, о, мы вышли на улицу. Вот кнопка. Пад 2. Ребята, загружаем вторую часть. Давайте посмотрим, с этого же места будем или нет. Вот, получается, мы зашли в эту дверь и попали в другое помещение. Я первый раз вижу такую засратую карту. Просто все валяется. Так, я так понимаю, что нам туда наверх, а чтобы туда попасть, надо нам какой-то ящик найти, да? Да. А ящика никакого... А как... Так, кто-то пищит. Крыса. А, может нам сюда? Да, по трубе, давай. Так, я за гусаньком. Давай, гусанечек, иди. Если будет хэдкраб, ори. Так, надо гранату убрать, то я такой... Могу на панике гранату нам под ноги бросить. Да, сейчас кинешь. Так. Походу не сюда, я не пролажу. Так потому что ты опять наелся перед записью. Ну да, нам не туда. Блин, да точно никак туда не пройти. Ладно, возвращаемся. А прикольно обманочку, да, он сделал? Да. Молодчик. Есть. Так, видно, что и Тучка перед записью не ел. Влазит везде. Да. Ребята, настроение просто отличнейшее.
Осторожно, шприц, не накалитесь там. Блин. Хэдкрабы. Так, пацаны, расчехляйте оружие. Начинается сейчас экшен. Так, а да, там прям. Что? Да человек лежит на мне. Я слышу, там уже враги. Красавчики. Слышу врагов, пацаны, доставайте оружие, вон они. Открываем огонь. Я знал, что надо сделать. Где моя РПГшка? Так, осторожно, чтобы по кому не попал. Да. Ага, вон еще один. На! Так, а куда нам? Спрыгивать вниз, что ли? Непонятно. Как-то стрёмно. А, вот на камень. Паркур по камням. О, по камням. Так, давай тучку. Упади. Молодец. Ага, конечно. Каркаешь мне тут. Смотрите, как прикольно сделано. Большая высота, да, такая? Прям страшно прыгать через мост. Давай, кто не сыт? Упади. Да блин. Упади. Нельзя падать. Блин, страшно, что не поджимаю в реальности. О, оружие. Аптечка. Опа. Пацаны, кому аптека надо? Ну все. Я все забрал. Понятно. Это у меня же друг настоящий. Помогаю вам, чтобы все оружие были. Ого, здесь вообще какое-то такое пространство большое. Чувствую, сейчас будет здесь на нас атака жесткая идти. Я прям слышал, как они разговаривают, там болтают по рации. Ты видишь, что делает? А, все, вниз спрыгиваем. Так, сюда. О, сейчас будем по трубам, пацаны, идти. Ого. Эх ты, блин, чуть не упал, гусанёк. Башмаки подсолнечным маслом намазали. Откуда он стреляет? О, давай гранатку ему. Куда? Красиво, двоих сразу уничтожил. Гусенок, сразу видно, профессиональный кидальщик гранат. Так, можно вовнутрь трубы надо? Да нет, ну я залез, но мне кажется, нам не сюда. А ну-ка, пробуй. Я знал, что не получится. И сам. Я гусеньку на голову прыгнул. А интересно, когда я прыгаю тебе на голову, у тебя хп тратится или нет? Нет. О, под 3, ребята, третья часть, погнали. Вот, ничего третью себе. Часть загрузили, вот как она выглядит. Получается, мы как будто вниз прыгнули. Она по бревну, да, надо идти? Да. Хорошо. Ух ты, блин. Прям над пулями прыгаю. Ну давай, кабан, запрыгивай. Есть. О, кто гранату бросил? А, это гусенек бросил. Хорош. Слышь, нормально, ты даблкил запилил. Пацаны, у всех жизни нормально? Ну, так все. У меня 72. Ого, это целая база ихняя. Взрывай там бочка. Хорошо, давай. Ой. А, ну-ка, давайте прицелим, посмотрим, есть там кто-то еще. Нифига себе их тут. Пацаны, давайте, открываем огонь на поражение. А что там за крысел? Чисто в голову. Есть. Так, я несу, я иду вниз. Рэмбо! А, 73 хп. А, нормально. Тут сразу и пополняшки есть. Патроны. А! Да откуда ты стреляешь? Успокой. Чё, сколько у тебя жизней? Пацаны, лутаемся. Правильно идем? Вроде бы правильно, да? Во! Вот и четвертая часть. Четвертая часть загружена, и вот как она продолжается. Типа мы прошли через ущелье горы. Так, пацаны, идемте. Опа, в здании что-то. О, дайте я гранату брошу. Давай. А, блин, стекла тут. Вот, открытое стекло, попробую. Блин, может попаду, не попаду, постараюсь. Эх, пацаны, убегайте! Ё-моё. Да я знал, что меткий игрок. Опа, загорелось там все. О, окно выбежало. А можно дверь открыть? О, ломай, вроде, а ну на Е нажми. Нет. А ну отойди, я гранату еще раз брошу, вот так прям под нее. Отлично. О, ого. Ой, блин, по голове дверью дало. Тут чувак висит на веревке, смотрите. Да ну. А можно веревку как-то снять? А ему же ничего не спасет. Так, может тут есть патроны какие-то? Гусенек, я тебя жизнь спас. Спасибо. Блин, не могу пролезть. За дизайном ничего нету? Так, здесь ничего. Значит, нам вниз надо идти. По этому разрушенному мосту. Эй, чпоньк. О, зомби пошли. Классяк.
патроны кончились. На тебе с дробаша. Это круто. Представьте, сколько человек это все строил. Просто респект ему. Здесь что? Так, жду вас. А, наверху зомби сидит. Дурак, что ли? Испугал меня, блин. Оу, пацаны, паркур. Да. Так, я паркурю. Опа. Давай. Так, жду вас. Упади. Упади. Молодец. Блин, нельзя говорить. Ага. Надо нам подвинуть как-то эту штуку. Ну как? Можно гранату кинуть? Попробуй. А ну-ка, отойдите. О, у меня гранаты кончились, пацаны, у кого есть граната, кидайте. Саня, отходи. Да ты молодец! Точка молодец, самый сразу видно профессиональный игрок. Нормально подвинул, гранатка не сработала. Сильно большое. Здесь вентиляцию надо. По старой схеме работаем. У меня 3 хп. Малейшее падение с высока и все. Ах ты, блин, еще по голове эта штука дала. Хэтрап! А где вы, пацаны? Идите вы вперед, я сейчас просто сольюсь. Давай пере... А так вот сделаю, вы переласьте меня. Ого, там зомбаков. Если будет жетухи, скажите мне. Ого, там атака идет хэдкрабов, я вижу. Ого. Осторожно, гусанек. Сзади, сзади хэдкраб. Да а нет. То зомби. И наверху зомби стоит. Чего наверху стоите? Мочите, мочите их. Отлично. Вон еще вдалеке быстрый зомби есть. Мне бы жетушки где-то взять. Ого, он орёт. Чудо за кусок туловища валяется. Я думаю, что здесь где-то есть жетушки. Надо поискать хп. А, хэдкраб там? О, тут проход. Да? Да. Так, пацаны, Ходи. За вами. Дима, тут все для тебя есть. О, хорош, 28 хп. 53, ну хоть столько. И патроны взял. И костюма 30, того 83 хп. Продвигаемся, пацаны, я думаю, что туда нам надо идти. Под 5. О, мы сейчас будем на машине ехать. Смотрите, мы все селись на одной машине четвером. Держитесь все крепко? Да. Да. С шифтом. Я вместо значка. Я, наверное, не буду быстро. О, стоп! Я вижу, там в конце их очень много. Вылазим. Берите все оружку. Вон наверху стоит, видите? На. Хорош. И тучка молодец. Ого, пули свистят. Хо-хо-хо, ты поджег ихню контору там. А! Ранили! Ага, сюда пройти нельзя, придется так идти по улице. Вижу. Отлично, пацаны, вот это мы команда мощная. Красавчики просто. Там ничего нет? Вроде нет. Так, идемте тогда за машиной. Да я думаю, пешком можно пройти. Ну да. Погнали. Тут недалеко. Каких-то 3 километра, можно и попрыгать. Слышу. О, вон наверху стоит. Ты чё, бессмертный, что ли? О, красиво отлетел. И тучка молодец, с арбалетом хорошо лупит. А, если бы мы на машине, пришлось бы нам кнопку нажимать. Но мы этого делать не надо. Пошлите дальше. У нас свое прохождение. Ну, по сути, здесь вообще, в принципе, нема что идти. Та машина бестолковая. Она еще так быстро едет. Ага, смотрите, если есть отпугиватели, значит, у нас сейчас будут муравьиные львы. Заряжайте сразу. Так. Слышу, я тоже взял аптечку. А что не выключено? Они же должны работать, по идее, нет? Приближаемся к арене, где все будет жесткая перестрелка. Я прямо это чувствую. Только сказал об этом! Давайте, пацаны, идемте все вместе. Вот так, четверо мы идем. Одной дорогой. Так, пацаны, все вместе держимся. Хорош. Ты дурак, что ли? Пугает меня.
Ого, у меня патронов 530. А, пердовоз! Вот это было близко, блин, они так атакуют резко. Ого, их там, пацаны, вы видите? Вот еще один стоит. Поэтому нам и дали много патронов, потому что сейчас будет там просто жесткая битва. Да отвали ты! Эх, атакую с разных сторон. Ого, их там. Где мой РПГ? Я разозлился. Бам! Блин! Сзади! И сзади! Сзади, сзади, сзади! Патроны! Ого, ты одним выстрелом замочился, взрывом. Да ты, блин! Я думал, что сейчас еще будет. Вот. Да отвали ты, псих! О, кнопку вижу, пацаны. Загрузили мы последнюю, шестую часть. Надеюсь, последняя. Может, еще будет, но я там в сохранениях больше не вижу ничего. Поехали. Ого, и тучки плащ развивается. Ты прям деловой мужик. Эй! Боитесь, пацаны? Обязательно. Я нет. Плохо, что нет пушки, это электрическая, да, которая стоит? Да. Было бы круто ехать и мочить их. Рельс. А, это дорога. А куда нам тут? Направо. Стоит челик. Опа. О, я его сейчас собью. Или где? А, они наверх... А! Тихо, тихо, тихо! Возле стены. Вот так они не попадут по нам. Все, выходим. А, вон, наверху стоят. А че они так заспав? Так, надо арбалет брать. Ушел щенок. Хорош, раскидали. Мы мощные мужики. Ага, не, за вами ничего не успеешь, вы всех замочили. Ты думаешь, надо дальше на машине ехать? Я думаю, что нет. Вон они, пацаны, наверху. А? Ну, гусенек, ну новая машина свадебная. Давай, гусенек, привлекай на себя огонь, а мы будем их мочить. Да отвали ты. Арбалет рули, да, пацаны? Мне кажется, можно двоих, да, пробить, если они будут стоять? Ну, да. О, кто там наверху ходит? А, это... Который зомби бросает? А, нет, солдат Альянса. Да, с такого расстояния тяжело по ним попадать. Чё они в воздухе стоят? Это очень страшно. Эй! Сумасшедший человек! Там есть что-то? Не, пусто. Полы такие блестящие. Вон они опять наверху, пацаны, готовьтесь! Где мой РПГ вообще? Я разозлился. А, промахнулся. Ого. Вот это он улетел. Психи идут. А, получается, можно прятаться за машины. Отлично. Вот это мы их раскину. Бочки. Отходите. Пацаны, там дальше ехать, садитесь на машину. Так, поехали. Я буду спереди сидеть. Сел. О! Это круто! На коленках. Удобно? Удобно. Ого, гусенек притопил с шифтом. А, ну да, там завалено, получается, налево мы не сможем поехать. Пацаны, если что, сразу сласьте. А, кнопка! Опа, классно. Меня выкинуло за карту. Разработчик написал, что есть еще седьмая часть, но он ее не сделал, так как мы проходим самые свежие сохранения. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще рубрику «Что можно сделать в Гаррис Мод за 10 минут?», ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд обязательно. Ну а всем отличного настроения и всем пока!